В театре оперы и балета нет свободных мест. По традиции, в канун Нового года приглашение получили дети из школ 18-го избирательного округа. Многие представления «Волшебник изумрудного города» смотрят впервые, а потому и мир волшебства только для себя открывают. Например, говорящая собака в изумрудном городе – нормальное явление. Покажи, пожалуйста, спину. Я прыгнул за тобой, и вот я здесь. Ну, ты говоришь совсем как человек. Полтора часа пролетают незаметно, настроение сказочное, ведь под Новый год хочется верить в чудеса. Ну а улыбки на лицах детей – это, пожалуй, главный подарок для организаторов вечера. Самый ожидаемый в какой-то степени волшебный праздник – это Новый год. Поэтому мы, взрослые, обязаны для наших детей и внуков организовать настоящий праздник, окружить их душевной теплотой, вниманием, проявить заботу, в конце концов. Я надеюсь, что та сказка, которая подготовлена «Волшебник изумрудного города», и те подарки, которые уже на сегодняшний день готовы, здесь находятся, они создадут атмосферу праздника, и наши ребята будут довольны. Мы хотим, чтобы они росли счастливыми и здоровыми, чтобы у них было замечательное будущее. На этом все праздничные сюрпризы не заканчиваются. Впереди у детворы 18-го округа еще несколько новогодних мероприятий, организованных Андрияном Зыбыновым. Батыр Ламбаев, Сергей Медведев. Новости дня.